Вільнівської України. Дорогі друзі! Со своими украинскими друзьями был ночью на Майдане. Мы много здесь разговаривали с людьми. Российская пропаганда, как всегда, врет. Здесь нет фашистов и нацистов. Точнее, их не больше, чем на улицах Москвы или Питера. Здесь нормальные ребята, русские, украинцы, крымские татары, мои ровесники, воины-афганцы. Это прекрасные люди, которые отстояли свою свободу. Я всем им желаю удачи и всего самого лучшего. Мне рассказали и показали, что здесь сделала власть. Она это делала с согласия российской власти. Больше сотни убитых. Больше 3000 или 5000 раненых. Фанерные щиты, с которыми здесь стояли против автоматных пуль. Плакать хотелось. Это страшно. Это не моя власть. Я хочу, чтобы вы знали, есть совсем иная Россия. Есть люди, которые, несмотря на аресты, несмотря на долгие годы, которые им придется провести в тюрьме, выходили в эти дни на антивоенные митинги в Москве. Есть люди, для которых дружба между украинским и российским народом важнее их собственной свободы. Я верю. России и у Украины единый, общий, европейский путь развития. И я желаю вам удачи. Боритеся, поборете, вам Бог помогает. Спасибо. Дякуємо.